Там есть еще ваши коллеги на кухне, вы знаете? А, еще микрофон же. Ну что, ждать или начинать, граждане? Хорошо. Катя, тогда можно запускать? А клитер работает? Нет. Он, правда, как-то моргает странно. Нет. Да, ура. Значит, мы сегодня собираемся поговорить про уязвимости серверной части веб-приложений. То есть я напомню, прошлая лекция была давно, больше месяца назад, мы говорили про уязвимости клиентской части веб-приложения, то есть все то, что выполняется в браузере. Сегодня про серверную часть. Ну, поскольку у нас серверная часть общая, скажем, и у веб-страничек, и у мобильных клиентов, и у какого-нибудь REST, не охватывает все, в чем преимущество атакующего в этом случае. Ему не нужно искать каких-то там жертв на просторах интернета, пытаться запустить что-то в чужом браузере. При эксплуатации такого рода уязвимости атакующий воздействует непосредственно на сервер. И таким образом трудоемкость атаки значительно уменьшается. Значит, вспомним, мы уже когда-то видели эту табличку. Что у нас тут изображено? У нас тут изображен топ-10 самых часто распространенных уязвимостей по версии Open Web Application Security Project по годам. И я сюда еще в самую правую колонку добавила, они выпустили недавно релиз-кандидат такого же топа для специфичных для API уязвимостей. Здесь, естественно, все вместе и клиентская, и серверная часть. Мы будем говорить только про, сегодня только про то, что касается серверной части. Ну, видно, что из года в год, в общем-то, состав примерно одинаковый, чуть-чуть меняются местами строчки. И то, что касается серверной части, оно, в общем-то, и для традиционных веб-приложений, и для API близко, похоже, там много общего. Ну и начнем с какой-нибудь одной разновидности, а именно с аутентификации. Я вот тут... связанные с ней уязвимости, или точнее риски даже, покрасила красненьким цветом, мы видим, что то, что не поместилось, там написано Broken Authentication and Session Management, ну, то есть сломанная аутентификация и управление сессиями. Всегда, сколько там, 15 лет прошло, ничего не меняется, одинаковые уязвимости из приложения в приложение перетекают. Что такое аутентификация? Кто знает? Когда пользователь входит и определяется, что за пользователь. Ну да, это в общем случае проверка валидности предоставляемого идентификатора, но в случае с пользователем, да, проверка валидности там юзернейма, логинейма, который нам пользователь предоставляет. Ну, то есть
по факту мы удостоверяемся, что пользователь — это именно тот, за кого он себя выдает. Как это можно сделать? Ну, традиционный способ, всем знакомый, это какой-нибудь ID и пароль. Там, в качестве ID может выступать любой уникальный идентификатор. Там, юзернейм, почта, телефон, что угодно. Но с паролем есть масса сложностей. Во-первых, их крадут, во-вторых, их забывают, в-третьих, их делают слишком простыми, можно подобрать, поэтому современная тенденция — это отказ от паролей. Как можно, ну, если не касаться конкретных технологий, а вот просто как бы, в общих чертах, общими словами, как можно подтвердить личность пользователя и при этом не спрашивать у него пароль? Что можно еще с ним сделать? Проверить, что он чем-то владеет. Ну, например, своим телефоном. Ну да. То есть пароль — это что-то, что он знает. Еще можно проверять, что он чем-то владеет. Что еще можно с ним сделать? Ну, можно еще какие-нибудь там отпечатки пальцев, да, сетчатку глаза сканировать. Ну, в общем, собственно, все пути ухода от пароля — это в общем смысле проверка того, что пользователь чем-то владеет. Значит, либо он владеет неким устройством, я не знаю, вот у меня есть телефон, на телефоне есть сканер отпечатков пальцев, я один раз там запомнила этот отпечаток пальцев, и дальше я могу с помощью этого телефона куда угодно логиниться. Либо я владею каким-нибудь там генератором кодов, то, что называется one-time password генераторы. Они бывают разных видов, но немножко позже остановимся. Либо я владею номером телефона, да, можно мне прислать смс-ку, я введу код из смс-ки. Ну, это все классно, но кто знает, в чем минус такой реализации. Ну, то есть у пароля есть недостатки, понятные, да, очевидные всем, но есть и некоторые преимущества, какие... Ну, продолбать сложнее, да. То есть там больше вероятность, что пользователь потеряет что-нибудь физическое, чем пароль. Ну, тем не менее, значит, есть масса кастомных, уникальных для каждой системы реализации логина без пароля. Самые часто встречающиеся — это по коду из SMS. Все когда-нибудь пользовались. И, слава богу, вышел некоторый стандарт. Ну, вернее, это... еще только предложение стандарта от World Wide Web Consortium, WebAuthn. Значит, что он делает? Он предоставляет некоторые JavaScript API для того, чтобы сайты могли пользоваться всякими разными хардварными устройствами для аутентификации пользователя. Причем браузер инкапсулирует, да, эти все различия между хардварными устройствами, и тот API, который есть уже в JavaScript, он универсальный. То есть сайту не нужно знать, каким именно устройством я пользуюсь для того, чтобы себя аутентифицировать. Ему нужно просто делать определенные вызовы к API. Какие это могут быть устройства? Это может быть вот как у меня там телефончик со сканером отпечатков пальцев или с Face ID. Это могут быть, может быть, видели когда-нибудь такие USB-ключи, которые втыкаются в USB-порт, у них там где-то зашит криптографический ключ. Это могут быть какие-нибудь, я не знаю, там внешние сканеры, сетчатки глаза, что угодно. Так, где мой WebAuthn? Извините, немножко перепутала сайт. Значит, как это работает? Ну, во-первых, надо сказать, что это большой шаг для всего человечества и очень позитивный момент, что браузеры сейчас уже последние, значит, все основные браузеры, используемые в последних версиях, уже поддерживают WebAuthn, то есть, в общем-то, сайты могут это использовать. Однажды написанный JavaScript будет работать во всех браузерах. Как это устроено? У нас получается в процессе аутентификации через WebAuthn три стороны. У нас есть пользователь, который владеет этой самой железкой, которая его аутентифицирует.
Есть браузер, который предоставляет API для этой железки, есть наш сервис, который хочет научиться узнавать пользователя по сканеру отпечатков пальцев. К сожалению, в самый первый раз, представьте себе, Mail.ru недавно, почта Mail.ru выпустила поддержку вот этой вот фигни на сайте. Как это может работать? У меня уже есть аккаунт в почте. Каким образом я должна сказать почте, что теперь я не хочу логиниться по паролю, хочу логиниться по отпечатку пальцев? Мне нужно все равно один раз залогиниться по паролю, дальше связать свой аккаунт с конкретно... сканер отпечатков пальцев у меня живет на железке. Мне нужно связать мой текущий аккаунт с... Работает? О, работает. Связать мой текущий аккаунт с конкретным ключом, который предоставляет железка, когда я сканирую отпечаток пальцев. То есть я один раз ввожу пароль, дальше страничка вот здесь делает запрос к API, API дает некоторый пин и ключ, который соответствует правильно просканированному пальцу моему. Часть этого секрета улетает на сервер и там сохраняется, часть этого секрета хранится на клиенте. В следующий раз, когда я захожу на сайт и сканирую отпечаток пальцев, проверяется соответствие того ключа, который передает устройство, и того, что хранится на сервере. Получается, что сервер все еще способен меня аутентифицировать, то есть он может узнать, действительно ли я та, за кого себя выдаю, и при этом сервер не обладает полным секретом. В случае, например, если мы храним пароль на сервере, то у нас сервер обладает паролем полностью. Здесь всем секретом целиком сервер не обладает, то есть часть из него хранится на клиенте. При этом способность аутентифицировать юзера все еще сохраняется. Но в этом плюс для параноиков. Но технология прогрессивная и очень тепло встреченная комьюнити, но при этом мало еще где поддерживается, поэтому мы вернемся к паролю все же. И как мы поняли, от пароля не избавиться. То есть даже если мы поддерживаем аутентификацию через какие-то там хардварные устройства третьесторонние, пароль-то нам все равно нужен на случай, если мы это устройство потеряли, или на случай, если у нас уже есть аккаунт, и нам нужно как-то его ассоциировать, с отпечатком пальцев, как мы уже выяснили. Итак, пароль. Сервис, который использует пароли для аутентификации пользователей, должен убедиться, что соблюдаются базовые правила безопасности при использовании паролей. Какие эти правила? Во-первых, сложность. То, что пароль должен быть сложный и должен периодически меняться, это вроде как истина, которая там много десятков лет существует и ни у кого сомнений не вызывает. Но современные реалии немножко меняют определение того, что такое сложный пароль. Если посмотреть, например, рекомендации какой-нибудь там еще даже пятилетней давности, совсем недавние, то что такое правильный пароль 5 лет назад? Правильный пароль 5 лет назад — это там 3 набора символов, большие маленькие буквы, 16 символов, чтобы его было не подобрать. Все видели, какие-нибудь? Видели же? Видели. Где-то там, наверное, в 2015 году были первые громкие сливы баз данных с паролями, и с тех пор они стали уже такой обыденностью, каждые там несколько месяцев что-нибудь новое появляется в новостях. Слышали, да, там утекали там миллиард паролей, база с миллиардом паролей в интернете, там 200 миллионов паролей ВКонтакте, что-то такое. Вы понимаете, о чем я говорю? Соответственно, с тех пор, как базы данных с паролями стали публично доступны для атакующих, публично и очень легко доступны,
понятие сложного пароля и безопасного пароля немножко поменялось, потому что поменялись атаки на пароли. Если раньше брутфорс паролей представлял из себя перебор каких-нибудь словарных слов в надежде, что пользователь там, у него в качестве пароля слово «паспорт», например, или «QWERTY», то теперь перебор паролей — это перебор вот этих самых утекших баз. Поэтому сложный пароль теперь — это уникальный пароль. То есть в каждом сервисе должен быть пароль не такой, как в других. То есть у вас на каждом сайте в интернете должен быть свой пароль. На случай, если какой-то один из этих паролей станет известен широкой общественности, у вас пострадает хотя бы только один аккаунт, а не все сразу. Вы так смеетесь, как будто у вас недавно контакт взломали. Ну, это простое в реализации, ну, да, может быть, не очень простое, но хотя бы понятное в реализации требование для пользователей, да, как сервис реализован, ну, то есть, если я делаю социальную сеть, и мне нужно убедиться, что у моих пользователей сложный пароль, то нифига не понятно, как мне в этом убедиться, ну, потому что я же не знаю, какие у него пароли в других сервисах. Ну, это задача без решения, да, то есть можно проверять там самые популярные пароли, проверять, что у пользователя пароль не совпадает с именем, с фамилией, с номером телефона, не знаю, с датой рождения, но как бы в общем случае задача все равно не решаем. Вот такие вот атаки, переборы паролей по известным базам, да, попытки найти пересечения в паролях между разными сервисами, они носят название credential stuffing. Это, пожалуй, самая массовая угроза для онлайн-сервисов сейчас. И однозначного способа защититься нет. Можно как-то пытаться замедлить атакующих, то есть не давать им перебирать пароли. Как атакующие поступают? У них есть просто пара юзернейм-пароль, и таких пар там 2 миллиарда. И они их просто все пытаются подставить форму логина и ждут, какие из них подойдут. Но если подошел, то хорошо, у тебя есть взломанный аккаунт. Единственный способ борьбы — как-то замедлять, то есть не давать перебирать эти пароли слишком быстро. Следующее, что может делать, вернее, что должен делать онлайн-сервис, который использует пароли для аутентификации пользователя, это как-то организовать их хранение. Как, кстати, это происходит? Как вы думаете, есть какие-нибудь... А что это такое? Соль? Ну, да. Хэш. Случайная часть, которая отправляется. Тут роли поменяются, потому что все. А потом появляются некоторые значения, которые называются соль. Ну да. У нас тут некоторый получился race condition, потому что про криптографию я еще только собираюсь вам рассказывать, а про хранение паролей мне уже надо рассказать. Ну, то есть, да, значит, в чем вообще... Ну, почему нельзя хранить пароли в открытом тексте, всем понятно, да? Понятно. Почему стали использовать хэши, да еще там хэши с солью, не шифрование? Потому что хэширующая функция, она необратима, да? То есть по значению хэша восстановить оригинальное значение вычислительно сложно. А то есть если у меня значение зашифровано, и не дай бог кому-то стал известен ключ шифрования, тогда ну, можно всю базу расшифровать. А с хэшами нет. Но мы про это поговорим когда-нибудь, когда будем говорить про криптографию. Сейчас надо запомнить просто, что вопрос хранения паролей он как бы существует, и каждый автор веб-приложения, ну или, в общем, какого-то серверного приложения, хранящего пароли, должен им беспокоиться. И тут мы приходим еще к смежному с паролями вопросу, а что же делать, если пользователь пароль забыл? Нам же как-то надо его все равно пустить, мы же не можем его прогнать. И тут есть много разных решений, но получается, что... Вот мы говорили, как сделать безопасную аутентификацию по паролю, там, делать сложный пароль, и, не знаю, там... Еще и забыли сказать, что нужно двухфакторную аутентификацию включать, чтобы не только по паролю пускать. Но так получается, что вся безопасность нашей системы аутентификации, она настолько безопасна, как самое слабое ее звено. И если мы
при реализации вот этой возможности вспомнить пароль забиваем на безопасности, делаем там какую-нибудь слабые проверки, то получается, что все наши усилия по защите от нотификации, они, в общем-то, ну, особо были не важны и эффекта не имели. Что же нам делать, если пользователь забыл пароль? Ну, про это мы уже сказали. Вот это надо сказать. Допотопная, доисторическая реализация вспоминания или там сбрасывания пароля пользователю — это секретные вопросы. Я не знаю, вообще когда-нибудь вы их видели, я еще видела. Там типа там девичья фамилия матери, кличка первой собаки, что-нибудь такое. Ну, понятно, почему это никак не безопасно, потому что девичью фамилию вашей матери знает очень много людей. Ну, плюс, как правило, ответы на эти вопросы в базе хранятся просто в плейн-тексте, естественно, в отличие от паролей, и, ну, и непонятно тогда, зачем все остальное было затевать. Можно использовать все то же самое, что мы используем для беспарольного входа, то есть можно взамен секретных вопросов, нам нужно как-то узнать пользователя, мы можем воспользоваться всеми теми же самыми там смс-ками, e-mail-ами, какими-то там привязанными хардварными устройствами для того, чтобы пользователя аутентифицировать без пароля. Но здесь есть нюанс, мы должны тогда убедиться, что пользователь привязал себе какие-то там резервные способы восстановления пароля, прежде чем он этот пароль забудет. То есть здесь уже такой не вопрос безопасности, это вопрос продуктовый. То есть нам нужно не забыть, что юзер рано или поздно пароль забудет, и заранее как-то обеспечить ему путь восстановления. Ура, с паролями, наверное, закончили, и переходим, помните, там это называлось Broken Authentication and Session Management. Что такое Broken Session Management и что нужно сделать, чтобы он был не сломан? Почему мы вообще говорим об этом в части про аутентификацию? Потому что сессия — это некоторое значение, по которому наше приложение узнает пользователя после аутентификации. То есть пароль там мы проверяем только один раз, а потом мы на каждый вызов все равно пользователя аутентифицируем. Аутентифицируем по сессии. В традиционных веб-приложениях, как правило, у нас сессии хранятся в куках. Если это API, то мы там каким-то особым способом сессию передаем при каждом запросе к этому API. Ну и, возможно, любые кастомные реализации, которые не противоречат принципам безопасности. Опять же, как правило, если у нас есть веб-приложение, которое пользуется стандартными возможностями веб-сервера и не изобретает велосипед, ничего особенного не меняет в смысле генерации или проверки сессии, то весь процесс менеджмента сессии у нас есть из коробки. То есть вот в Java мире веб-сервер все делает за вас. И золотое правило поэтому просто ничего не трогать и только убедиться, что вы на клиенте тот самый идентификатор сессии храните безопасно. Что такое безопасно хранить идентификатор сессии на клиенте? Про веб-браузер мы уже с вами говорили. Помните про куки? Помните, да? Вот. А про всякие там мобильные приложения еще только поговорим. Но если, не дай бог, вы решили реализовать какие-то свои правила управления сессиями или генерацией, то вот они, принципы безопасного управления сессиями. Идентификатор сессии должен быть неугадываемый. Неугадываемый должен быть потому, что мы его выдаем после аутентификации пользователю, и мы не хотим, чтобы какой-то другой пользователь, ну там атакующий, мог аналитическим путем угадать идентификатор сессии другого пользователя. Ну, потому что это будет эквивалентно взлому аккаунта. Что такое трудноугадываемый с точки зрения программиста? Это значит secure random. Необычный рандом, который имеет некую предопределенную последовательность, а специальная реализация генератора случайных чисел, который менее предопределен. Также мы хотим, чтобы наша сессия не жила вечно, чтобы она истекала после определенного промежутка времени. Это просто снижает риски того, что сессия может быть использована атакующим, если пользователь, не знаю, там
забудет ноутбук в аэропорту, потеряет телефон, оставит неразлогиненный аккаунт интернет-кафе и так далее. И у нас есть еще такое семейство атак, которое по-английски называется session fixation, а по-русски называется никак. Атака выглядит следующим образом. Мы сами придумываем какой-нибудь идентификатор сессии, ну, либо берем свой. И каким-то образом заставляем пользователя в рамках этой сессии залогиниться в свой аккаунт. И таким образом получается, что мы знаем сессию пользователя, ну, потому что мы ее заранее ему передали. Такая атака, ну, по дефолту, в современной реализации веб-серверов такая атака невозможна. Она возможна только, если приложение как-то неправильно пользуется предоставленными ему возможностями. Значит, ну, как это вообще может происходить? Например, есть приложение, которое идентификатор сессии принимает в качестве параметра URL-ов. Не в куках, а в качестве параметра URL-ов. Это называется URL rewriting. Это пережиток давнего прошлого, когда не все браузеры поддерживали куки, сейчас это нафиг никому не надо. Есть здесь какие-нибудь пользователи Мегафона? Мегафона. Вот у Мегафона, если зайти с мобильного браузера в личный кабинет, из мобильной сетки, в смысле, чтобы логиниться не по паролю, а ну, просто потому, что вы в мобильной сети находитесь, то он зачем-то дописывает идентификатор сессии в URL, вообще непонятно зачем. Но это вот пример session fixation. То есть если вы возьмете этот URL и передадите кому-то и скажете, чувак, залогинься, то у вас будет как бы session ID, в котором уже залогинит другой пользователь. То есть вы можете получить доступ к чужому аккаунту. Ну, если Мегафон там какие-то специальные меры безопасности не применяет. Значит, что такое специальные меры безопасности? Специальные меры безопасности — это менять идентификатор сессии при наступлении любых важных с точки зрения аутентификации событий. Значит, если юзер логинится, то мы должны сессию поменять. Ну, то есть сессия, которая до момента логина, и сессия после момента логина, должны быть разные идентификаторы. Если пользователь, например, у нас ходил по незащищенному соединению, а потом стал ходить по защищенному, то нам тоже нужно ему идентификатор сессии поменять. Ну, понятно зачем, чтобы если старый идентификатор сессии мог быть еще кому-то известен, то новый защищенный с уже залогиненным юзером и так далее должен быть неизвестен никому. Ну и еще раз, поскольку мы говорим все же в основном про веб-приложения, и браузеры особое внимание уделяют безопасности сессий в куках. Ну то есть многое из того, что накручено на куки в браузере с точки зрения безопасности, накручено только из-за того, что традиционный способ хранения сессии — это куки. То есть если бы это было по-другому, то про куки бы никто так долго и подробно не говорил. То еще раз вспомним, что у нас есть в браузере для того, чтобы сессии хранить безопасно. У нас есть несколько флажков, которые говорят о том, кто может и не может получать доступ к этой самой куки, в которой лежит сессия. Значит, флажок Secure говорит о том, что у нас кука может передаваться только по защищенному соединению, в смысле по HTTPS. Флажок HTTP only говорит о том, что у нас JavaScript не имеет доступ к куке. Ну, то есть браузер куку будет добавлять каждому запросу, но из JavaScript мы значение куки прочитать или записать не сможем. Кто-нибудь знает, вернее, помнит, зачем это? В чем проблема? У нас JavaScript имеет доступ, то есть к нашей куке имеет доступ только тот JavaScript, который мы загрузили со своего собственного домена. В чем проблема давать доступ ему к значению кук? Я не слышу просто погромче. Да, то есть если у нас уже есть какие-то уязвимости, то мы хотим уменьшить их возможный урон от них, да, то, что называется impact, и поэтому мы ограничиваем доступ к сессионным кукам и скриптов. И недавно добавленный флажок Same Site, который говорит о том, вернее, говорит браузеру, можно или нет добавлять значение куки к запросу, который был инициирован с другого оригина. То есть, предположим, у нас есть какой-нибудь example.com и evil.com,
у нас для example.com сохранена кука в браузере, и Evil.com вдруг решил сделать к example.com запрос. Вот флажок same site говорит браузеру, можно или нет к такому запросу добавлять куки. Значит, этот флажок добавлен под воздействием всеобщей паранойи про слежку и про приватность в интернете. Ну, потому что, вы знаете, всякие там рекламные счетчики, статистика, когда вы что-нибудь, там, не знаю, заходите на страничку, а она передает ваши данные, там, не знаю, в Яндекс.Метрику, в Google Аналитику, там и еще в кучу разных систем, пользуясь тем, что вы в этом браузере уже в Google, в Яндекс и еще куда-то залогинены. Так вот, теперь таким системам нужно явно к своим кукам проставлять флажок same site, чтобы счетчики все вот эти вот системы слежения продолжили работать. И браузер тогда может предупреждать вас, что у вас есть куки, которые позволят за вами следить. Это не имеет вот именно same site, не особо важно с точки зрения безопасности сервиса, это больше дань параноидальным пользователям и вот такой вот моде на заботу о приватности. Что имеет значение для кук, это домен, для которого кука выставлена. Тут важно понимать, что если у нас есть домены, есть поддомены какие-то, то мы можем сами решать, хотим ли мы, чтобы наша кука действовала на поддомены в том числе. Но эта проблема актуальна для каких-нибудь хостингов. Ну, например, я не знаю, там Blogspot, есть там Blogspot, да, площадка для блогов, и куча разных поддоменов для каждого отдельного блога. И устанавливая правильное значение домена, мы можем разрешать или не разрешать этой куке быть доступной с поддоменов. И, как я уже говорила, мы хотим, чтобы у нас сессия имела определенное время жизни. Конечно, этот контроль должен осуществляться на сервере, естественно. Но и с клиента мы можем куку удалять, ну, вернее, экспарить ее на клиенте, устанавливая флажки либо Expires, либо MaxAge. Хорошие новости, что правильную настройку вот этих всех флажков и еще многих разных security конфигураций в вашем веб-приложении умеют дофига разных сканеров, в том числе онлайн. Можно зайти там в Mozilla, например, есть такой простенький, они вот называют сканер безопасности веб-приложения. Он, конечно, безопасность не проверяет, но проверяет правильную настройку вот всех вот этих вот флажочков. И если там что-то не так установлено, то он просто нарисует вам красный флаг. Ну, знать все равно нужно значение. С аутентификацией вроде понятно, ну так, в общих чертах. Теперь еще раз посмотрим на эту простыню с топ-10 рисков по разным годам. И увидим, что здесь есть еще в каждом топе как минимум один, а то и два пункта про схожие проблемы. Проблемы, связанные с контролем доступа или с авторизацией. Причем мы видим, что называется по-разному, но в принципе вот 2017 это вот самый последний топ рисков для веб-приложений, а 2019 API это топ рисков для API непосредственно, ну то есть специализированный такой топ. Но, в общем, все везде одно и то же. У нас как бы broken access control, и там достаточно часто встречается. Что такое broken access control? Что это вообще за авторизация? Как ее правильно готовить? Что такое авторизация? И чем она от аутентификации отличается? Проверка прав. Ну, то есть аутентификация — это проверка подлинности, а авторизация — это проверка прав. Ну, то есть, понятно, одно без другого не существует, да? Чтобы провести авторизацию, нам надо сначала пользователя аутентифицировать, иначе непонятно, чьи права проверять. Тем не менее, два разных процесса. Вроде ничего сложного. Опять же, всякие там фреймворки типа Spring-а предоставляют вам вроде бы готовые решения для реализации системы контроля доступа в приложении, там Spring Security, например. Но это все то, что называется Function Level Access Control.
То есть вы можете сказать, что, ну, либо самому это достаточно просто сделать. Вы можете сказать, что вот конкретно этому методу API или там запросу к веб-приложению, какому-то экшену, у нас пользователи получают или не получают доступ в зависимости от каких-то ролей или от каких-то пермиссий, которые мы выдали. Но это все, то есть вот function level access control, то есть контроль доступа на, для, ну, для каждого отдельного взятого вызова, типа вызова, он реализуется достаточно просто на общем уровне для приложения. Но есть еще object level access control, когда мы выдаем, что ж такое-то, когда мы выдаем или не выдаем права доступа для каждого отдельно взятого объекта. Понятно, ну то есть в некоторых приложениях, возможно, это и не нужно. Но в некоторых нужно. Положим, у нас есть наша любимая соцсеточка, в которой у нас есть разные пользователи. Пользователи могут быть друзья, не друзья. Вы загружаете фотку, которая доступна только друзьям. Получается, что наша система контроля доступа, она должна, когда пользователь просит показать конкретную фотографию, она должна проверить не только то, что пользователь вообще может смотреть фотографии, она должна проверить еще, что пользователь может смотреть конкретно эту фотографию. И вот как бы систему контроля доступа к отдельно взятым объектам вам никакой фреймворк предоставить не может. Это все равно должно быть реализовано самостоятельно, и это должно быть реализовано для каждого отдельного вызова каждый раз заново. К сожалению, я хотела показать примеры, но по техническим причинам я ничего не могу показывать на этом проекторе, поэтому нам придется с вами мысленный эксперимент провести. Вот есть у меня приложение. Для примера возьмем Одноклассники, поскольку всем понятно, о чем идет речь. В Одноклассниках есть, ну, с API все понятно. Ну, если непонятно, то немножко потом поговорим. У нас есть сайт, да? Я тыкаю на фотку в ленте, мне открывается какой-то диалог. Для того, чтобы открыть этот диалог, Одноклассники делают запрос. Ну, понятно, какой-то там, типа, покажи мне фотку с таким-то ID. Мы только что выяснили, что каждый раз, как сервер получает вот этот запрос, покажи мне фотку с таким-то ID, он должен проверить, что у залогиненного пользователя текущего есть доступ к именно этой фотке. А если, предположим, у нас так написано наше приложение, что оно и не показывает мне в ленте чужие фотки. Ну, предположим, там. Вот мы точно знаем, что я никогда не смогу на сайте кликнуть по фотке, которая мне недоступна. Надо мне делать вот эту проверку или не надо? Если он ссылки поделится с нами. Ну, то есть мы совсем не будем проверять, что у пользователя есть право смотреть фотку. Я спрашиваю. Да. Я не настаиваю. Так нельзя. Действительно. Ну и вообще какой-нибудь злой человек может сам такой запрос отправить, да, его же ничего не останавливает. Ладно, а если я, например, ну не знаю, у меня там есть форма редактирования фотографии, я там могу заголовок поменять, да? И, ну как это выглядит? У меня на экране нарисована фотка и есть текстовое поле ввода с названием фотки. И кнопочка «Submit». Ну и для того, чтобы сервер мог понять, что это за фотка, у него еще скрытое поле формы есть, hidden, в котором ID-шка фотки. И я нажимаю на кнопку Submit, на сервер летает вот эта форма, в котором есть hidden поле с ID-шкой фотки. Надо сервера проверять? Конечно. А там же hidden поле, кто его поправит-то? Я плохо слышу погромче. Да погромче просто то же самое еще раз. Надо кто-нибудь поменяет поле. Правильно, надо. К чему это веду? К тому, что каким способом вы из внешнего мира не получили эту самую ID-шку,
не знаю, там, в hidden поле формы, в сообщении веб-сокета, там, прочитали из куки даже, фиг знает откуда, неважно. В общем, доступ к конкретному объекту надо проверять на каждом шаге. Иначе мы заполучим уязвимость, которая называется Insecure Direct Object Reference. Очень распространенная уязвимость в веб-приложениях, и вы, наверное, даже слышали недавно про частный пример этой уязвимости на YouTube. Слышали, там можно было удалять чужие комменты к роликам? Нет? Вот у YouTube была такая... то есть вот именно таким путем можно было поймать запрос, который удаляет свой коммент к моему ролику, поменять там ID-шку на чужой коммент, и этот чужой коммент удалится. Ну, понятно, что это жесть, потому что в зависимости от того, что за вызов можно там... Ну, такого в реальности не было, но могло бы быть, да? То есть там можно было бы какие-нибудь чужие сообщения читать, поменяв ID-шки, там, что угодно. Ну, то есть на самом деле это вот страшная штука. При этом в чем, опять же, еще раз скажу, в чем заключается опасность именно этих уязвимостей? В том, что для того, чтобы их использовать, атакующему не нужно, ему не нужно искать жертв. То есть если мы говорим про какие-нибудь там межсайтовую подделку запросов или межсайтовый скриптинг, то типично так и выглядит следующим образом. Мы ищем жертву, даем этой жертве ссылку на эксплойт, ей нужно эту страничку открыть у себя в браузере, и тогда, да, тогда атака станет успешной. И таким образом мощность нашей атаки, она ограничена тем, как эффективно мы ищем жертв. То есть нам там, ну, миллиону пользователей странички в интернете подсунуть довольно сложно. Это нужно обладать большим количеством ресурсов. В этом случае вообще ничего не надо, мы просто делаем запросы к серверу. Ну, то есть мы можем, не знаю, там, все комменты удалить, например. Что, подчеркиваю, повышает для нас риск этих самых угроз, этих самых уязвимостей. И призываю обращать это внимание. Очень просто сделать такие ошибки. И достаточно просто, достаточно тяжело их тестировать, поскольку каждый раз... Ну, понятно, что реализация зависит от бизнес-логики, соответственно, и тесты зависят от бизнес-логики, поэтому никаких унифицированных методов проверки нет. И пропустить такие дефекты довольно просто. С контролем доступа все. И вообще со всей этой триады, это иногда называют 3А, потому что Authentication, Authorization и Access Control. С ней вроде бы закончили. Перейдем к следующим типичным уязвимостям серверным. Вот здесь есть такие скромные две про unvalidated redirects, ну, то есть непроверяемые открытые редиректы, иногда их называют open редиректы или по-русски открытые редиректы. Ну, они на самом деле обманчиво скромные и не в каждом год есть, просто их много разных разновидностей. И поэтому они в топ не помещаются, ну, поскольку немножко размазываются по разным строкам. Но на самом деле это часто встречающаяся штука и иногда может принимать опасные формы. Значит, в чем она заключается? Представим себе, что у нас есть некое приложение, которое редиректит пользователя куда-то. Ну, неважно куда, это может быть и другая страница на нашем ресурсе, и какой-то внешний ресурс. Мы, возможно, в зависимости от того, как реализована вот эта функция редиректа, может быть, она использует изменяемые пользователем данные для того, чтобы определить, куда именно нужно редиректить пользователя. Если это так, то атакующий может попытаться манипулировать адресом целевой страницы, да, адресом редиректа для того, чтобы перенаправить жертву на какой-то другой ресурс. Ну, типичный пример того, как это выглядит, вот он на слайде. Иногда такое нормально. Ну, то есть иногда так делают специально. Например, вы видели, наверное, если вы в поисковой выдаче какого-нибудь Гугла или Яндекса кликаете там по ссылке, ну, у вас там нашелся какой-нибудь сайт example.com, вы на него кликаете, на самом деле же браузер не на example.com переходит, он переходит на какой-то там страничку в Гугле, которая считает статистику переходов, и только потом редиректит вас на этот самый целевой сайт. Но иногда такая возможность не запланирована.
И в зависимости от того, в каком месте вашего приложения это происходит и какой функционал затрагивает, да, что ваше приложение, какие предположения делает об этом редиректе, это может либо не иметь вообще никакого влияния на безопасность, либо иметь довольно разрушительное влияние. Значит, ну что здесь вообще плохо? Даже если мы говорим о том, что это вот как бы запланированная, да, функция, как в Гугле, там, в поисковой выдаче, что здесь нехорошо? Здесь нехорошо то, что все системы, вообще все системы, которые каким-то образом оценивают ссылки, они будут думать, что страница, на которую переходит пользователь, это вот это, вот example.com. А по факту пользователь увидит ail.com. Это значит, что всякие там Google Safe Browsing, который там иногда красные предупреждения в браузере показывает о том, что осторожно, опасная страничка, какие-нибудь там репутационные системы, не знаю, системы фильтрации спама, вот это все, оно все будет обмануто. То есть наш ail.com, он пользуется хорошей популярностью example.com, но тем не менее показывает себя пользователем. Но это вроде бы, как сказать, меньшее зло, но есть случаи, когда редиректы используются для осуществления каких-то критичных для безопасности пользователя действий или для передачи важных данных. Но такие часто встречающиеся примеры, например, всегда, когда вы платите за что-нибудь в интернете, ну, не знаю, там в интернет-магазине вы выбираете оплатить карты, у вас открывается экранчик оплаты платежной системы, не самого магазина. То есть магазин куда-то вас редиректит. Если в этот момент этот редирект будет подменен, да, и вы увидите не настоящую платежную систему, а поддельную, то вы туда введете свой номер карты и потеряете деньги. Либо есть еще самое страшное, что можно себе представить в веб-приложении про Open Redirect, это потеря аутентификационных данных. Как это может произойти? Я тут честно сперла в дропбоксе картинку. Все знают, что такое OAuth? OAuth. OAuth — это некоторый стандарт, протокол, который позволяет нам аутентифицировать пользователя в нашей системе, используя систему аутентификации стороннего сервиса. Вы все этим пользовались однозначно, когда нажимали там, на каком-нибудь сайте «Войти через Google» или там, «Войти через Facebook». OAuth — это стандарт. То есть они всегда, когда вы пользуетесь этим, оно работает примерно одинаково, ну, там, с точностью до версии, до конкретной реализации. И поскольку это работает в браузере, как мы уже помним, в браузере действует same origin policy, то для двух разных страниц на разных доменах единственный способ передавать между собой какие-то данные, но однозначно работающие всегда, это редиректы. То есть когда вы жмете куда-то, например, вы заходите, я не знаю, там, какой-нибудь магазин, пусть будет Озон, я не помню, есть ли в нем эта функция, но просто чтобы мы что-нибудь могли сказать. В Озоне жмете «Зайти через Google», Google вас, не знаю, там по паролю или по сессии узнает, и дальше редиректит, он прям вот реально редирект браузерный отправляет на озон.ру с длинным токеном, который потом Озон будет использовать в качестве сессионного. Если в этот момент в том приложении, которое использует OAuth, то есть в нашем случае в Озоне, есть Open Redirect, то понятно, что случится, да, ваш токен будет отправлен кому-то другому, не в Озон, а на какую-то там на страничку злоумышленников. Собственно, это просто пример вреда, который может случиться от Open Redirect. Что, как вы думаете, какие есть способы борьбы с этим? Ну вот, вот есть у нас вот такое вот приложение. Предположим, мы не задумывали, чтобы у нас здесь была возможность редиректа на какой-то там сторонний ресурс. Мы просто так реализуем. Ну, у нас, например, вот здесь открывается example PHP, а мы хотели редиректнуть на какой-нибудь там, я не знаю, example 2 PHP. Как нам это сделать безопасно, чтобы вот такой вот не случалось штуки? Ну, да, можно проверять. А что мы будем проверять? Домен.
Ну да, можно проверять домен, можно вообще не разрешать вот эти вот абсолютные URL, кому они нужны, можно только относительные оставить. Но если это в рамках нашего приложения, тогда мы как бы, можно ничего не проверять, просто всегда только ну, base URL дописывать, чтобы абсолютные URL не поддерживались и все. В случае, если это у нас какие-нибудь, то есть если у нас переходы на сторонний ресурс вроде как запланированы, тогда нам придется что-то посложнее придумать. Вот, то есть если у нас запланирован переход на внешний ресурс, но только на какие-то некоторые внешние ресурсы, тогда нам надо их по списку проверять. Если у нас здесь любой внешний ресурс, ну, тогда придется либо смириться, но тогда нужно все риски оценить, типа, а нельзя ли это использовать вот в таком кейсе с соусом, как я рассказала, или там похожим. Либо ввести здесь какую-то систему репутации, там спрашивать. Есть много сторонних сервисов, которые говорят о том, это хороший домен или плохой. Ну, в общем, нам нужно вспомнить, каждый раз, когда мы редиректим куда-то пользователя, нам надо вспомнить о том, что он может быть редиректен совсем не туда, куда мы планировали. Но это еще не все. Здесь речь шла про клиентские редиректы. Я, кстати, рассказывала, спросить забыла. Вы представляете, как клиентский редирект работает? В браузере. Ну, когда вас... Вы вдруг там, не знаю, ходите по одному сайту, и вдруг у вас браузер стал показывать другой, как это произошло. Ну да, есть, собственно, два варианта. Можно либо вернуть ответ сервера HTTP там, 301 или 302, или там еще какой-то, я не помню, и в заголовке location передать адрес, куда редиректнуть, и тогда браузер редиректнет. Либо с JavaScript вызвать документ location и просто нет location документа. И это то, что называется клиентские редиректы. Есть еще совсем неприятная штука. Она вообще никогда не относилась и не относится к open редиректам, но просто о ней тоже нужно поговорить, и поскольку немножко похожи, как бы близкие по теме вещи, то я поговорю об этом здесь. Помните ли еще... Когда мы говорили про уязвимости в веб-приложениях, в клиентской части веб-приложений, там была такая межсайтовая подделка запросов, cross-site request forgery. Что это было такое? Ну, с чем заключается атака? Вы делали здесь еще лабы, там кидали ссылку, просили коллег перейти. Ну да, то есть вы заставляли браузер другого пользователя сделать какой-то запрос, так что пользователь об этом не знает. Есть очень похожая атака, только здесь вместо браузера другого пользователя выступает наш сервер. То есть при наличии определенного рода уязвимостей в нашей серверной части приложения может оказаться так, что мы можем заставить наш сервер выполнить запрос куда-то там, по произвольному URL. Наглядная картинка подсказывает нам, почему это плохо. Вы можете предположить, почему? Ну, предположим, у нас есть... На примере, я только вот опять пример не могу привести, поэтому мысленный эксперимент. Пользовались когда-нибудь Google Translate или Яндекс Translate? Ну, там можно текст ввести, да, его переведут. А можно не текст, а можно ввести URL какой-нибудь, и тогда переведут всю страницу. Да, понятно вообще, о чем я? Вот, предположим, я захожу в Google Translator, ввожу туда какой-нибудь там лента.ру и нажимаю «Перевести». Что в этот момент в Гугле происходит? Есть варианты? Индусская деревня переводчиков начинает обрабатывать наш запрос. Не, ну откуда они берут-то вот контент странички, которую надо перевести? Сервера. Ну вот, а теперь представим, что в чем проблема-то. То есть это вот как раз очень похоже, да, на то, что на картинке. А теперь предположим, что в Гугле есть какой-нибудь внутренний сервис, который из интернета недоступен.
я не знаю, там какой-нибудь bugtracker.google.com. И я ввожу его вот в эту формочку. Нажимаю «Перевести». И что, ну, этого не случится на самом деле, потому что, конечно, там нет такой уязвимости, и все предусмотрено правильно. Но предположим, что могло бы произойти в худшем случае, если мы не, ну, так, такие варианты заранее не предусмотрели? Ну да, потому что сервер находится, как бы у него есть некоторые привилегии. Он не в интернете, да, он внутри определенной сети. И у него есть доступ к ресурсам, которые из интернета недоступны. И мы можем воспользоваться тем, что у него есть этот доступ, и как бы использовать этот сервер в качестве передаточного звена и получить доступ к внутренним ресурсам каким-то. Ну, понятно, что как бы, пример с бактрекером, он смешной, но не особо как бы, полезный для атакующего. А это же могут быть любые внутренние сервисы какие-нибудь, которые уже не аутентифицируют пользователя. Я не знаю, там база данных, там можно там по какому-нибудь порту к базе данных обратиться, что-нибудь прочитать, если у нее там HTTP API есть. Ну, собственно, это на картинке нарисовано. То есть у нас есть атакующий, который вот это вот зелененькое уязвимое приложение. Он находит в нем тот самый сервер-сайт Request Forgery и заставляет приложение сделать доступ к какому-нибудь там внутреннему ресурсу. Но вот это вот все, что здесь перечислено. Memcache — вот это такой пример вопиющий небезопасного кэша, который прям по HTTP умеет отдавать все данные, которые в нем есть. Надо так просто поржать. Значит, что есть варианты, что нам нужно сделать, чтобы у нас не было такой уязвимости? Куда? К внутренним. Но каким образом мы ему не дадим доступ? Сетевой просто? Ну, на самом деле, да, есть как бы это правильное предложение, у него только проблема с реализацией. То есть действительно так и делают, то есть другого варианта нет. Просто запретить ему доступ туда, куда у него доступа быть не должно. Но есть нюансы. Значит, можно запретить доступ по сети, но ко всему же не запретишь, но то есть какие-то вызовы все равно должны быть. Можно проверять, собственно... А, у меня здесь нет примера. Ну вот это вот то, что мы вводим, да, то, что пользователь вводит параметр, который, собственно, потом формирует адрес, по которому сервер обращается, его можно как-то проверять, но как проверять — непонятно. Потому что если мы проверяем просто там, типа, домен, ну или весь URL целиком, то можно же и какой-нибудь там свой домен зарегистрировать, который будет указывать, он вроде бы будет выглядеть нормально, он будет не там что-то .google.com, но указывать будет на какие-то внутренние адреса. Ну, то есть самый надежный способ, понятно, просто сетевые доступы закрыть, но он не всегда работает. И если не работает, тогда начинают придумывать уже сложные схемы взаимной аутентификации сервисов, так чтобы сервис не мог ходить на другой сервис, не предоставив какой-нибудь специальный токен. Ну, то есть каждый вызов между сервисами уже внутри приложения регламентируется. Так, чтобы те вызовы, которые не были запланированы, то есть если в этом примере наше приложение вот это зелененькое не собиралось вызывать memcache, то есть мы не планировали такие вызовы, то они не должны быть возможны в реальности. То, как реализуется вот эта невозможность, оно определяется уже непосредственно в архитектуре системы, технологиями, которые там используются. Но такая возможность, то есть всегда, когда у нас есть какие-то серверные вызовы к удаленным ресурсам, неважно, что это, то есть это вызовы в интернет или это вызовы в какие-то внутренние, каким-то внутренним ресурсам, если адрес, по которому этот вызов делается, может контролироваться пользователем, тогда, соответственно, нам нужно понимать, что у нас приложение уязвимо вот к этому вот, и нам нужно принять соответствующие меры. Ну, как бы, общим правилом, да, что, как нам реализовать один раз и навсегда в нашей системе такие механизмы безопасности, нам надо разделить серверы, которые ходят в интернет, от тех, которые в интернет не ходят.
То есть те, кто ходит в интернет, они по минимуму имеют доступ в внутреннюю сеть и наоборот. Есть еще прикольные разновидности того же самого. Ну, то есть есть много разных способов заставить наш сервер, наше приложение сделать запрос к какому-то удаленному ресурсу. И не всегда они для нас очевидны. То есть в случае с Google Translate там все понятно, там приложение само добровольно этот запрос делает. Но может так оказаться, что этот запрос делает не непосредственно наш код, а делает какой-то фреймворк, библиотека, инструмент, который мы используем. И тогда, ну, во-первых, надо об этой возможности каким-то образом узнать, а во-вторых, ее предусмотреть. Естественно, все зависит от того, какие технологии использованы в вашем проекте. Заранее не угадаешь. Самый часто встречающийся такой опасный способ заполучить у себя возможность вот этой серверной подделки запросов, это парсинг XML. Парсил кто-нибудь когда-нибудь XML? Чуть-чуть. Было дело. В общем, в чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что XML как формат из коробки предоставляет возможность догружать откуда-то еще себе дополнительных определений. Это называется XML External Entities. Собственно, как бы вот пример того, ну, синтаксиса, да, как это происходит, он на слайде, вот эта вот штучка. Что здесь происходит? Мы здесь говорим, типа, мы парсеру XML здесь говорим, что чтобы распарсить этот документ, иди сначала и вот здесь вот загрузи нам ресурс по указанному URL. Соответственно, если мы парсим какой-то XML, который мы получили извне, ну, например, мы делаем какой-нибудь вызов там к внешнему сервису, этот сервис нам отдает XML-ку, и мы ее потом у себя разбираем. Или еще всякие там хитрые приложения, сложно сочиненные, любят сериализовать данные в XML, сохранить их на клиента, а потом через какое-то время с клиента их достать и этот XML десериализовать, да, распарсить XML-ку. В таких случаях, даже если мы сами эту фичу не используем, но ничего специального парсеру не сказали, то может так оказаться, что кто-то подменил нам XML, и наш парсер в процессе разбора XML-документа сделает куда-то запрос. Но дальше последствия могут быть разнообразные. То есть, может быть, как на слайде он возьмет локальный файлик, прочитает, но это вообще просто уже, ну, как бы за пределами, да, добра и зла. Но это нужно, чтобы еще приложение на сервере выполнилось соответствующими правами. Либо это же может быть запросы в интернет, или там не в интернет, а в какую-то локальную сеть, вот как в предыдущем примере, какому-нибудь там, не знаю, кэшу, который данные про себя отдаст. Поэтому что нам надо? Нам надо использовать парсеры, которые не умеют external entities, либо отключать эту фичу. Ну, если мы парсим XML, который может быть кем-то заменен. То же самое касается всяких там PDF-ок, не знаю, там, картинок. Кому-нибудь знакомо? Такая библиотечка ImageMagick. ImageMagick — это такой де-факто стандарт для всякого там редактирования, трансформа картинок, там из одного формата в другой, там, не знаю, изменение размера, вот это все. И это проект, в котором, наверное, каждые полгода, если не чаще, находят очередную критическую уязвимость, которая позволяет выполнить код на той машине, на которой, собственно, этот ImageMagick выполняется. Происходит это из-за того, что он поддерживает дофига разных форматов картинок, в том числе разные скриптовые. А в скриптовых форматах там вся мощь как бы скриптового языка поддерживается. Поэтому если это какой-нибудь там PostScript или PDF, то там может оказаться, что при процессе отрендерить картинку, документ пытается сделать куда-нибудь запрос.
или выполнить какой-то код. И тогда мы, соответственно, получим вот ровно такую же историю. То есть если мы используем итог, да, как бы резюме, если мы используем какие-то сторонние тулы, библиотеки, что угодно, которые потенциально могут, ну, вернее, если мы их используем, то нам нужно убедиться, что они совершенно точно не могут делать никакие запросы к удаленным ресурсам, а если они вдруг могут, то нам нужно тогда убедиться, что у нас нет сервер-сайт request forgery, иначе мы получаем потенциальную критическую уязвимость в своем сервисе. Ура! Не хотите перерыв? Нам осталось, наверное, полчасика максимум. Да? Хорошо.
Так, мы теперь снова смотрим на эту нашу простыню с самыми распространенными рисками. И у нас последняя заключительная часть. Мы видим, что я тут покрасила красненьким, вроде бы не связанные между собой проблемы. Но точнее, половина из них, которая называется Security Misconfiguration, она вроде встречается в каждом топе, там из года в год повторяется. И есть еще разные всякие проблемы разрозненные, которые я почему-то отнесла в эту же категорию Misconfiguration. Значит, ну, по смыслу здесь какие группы проблем еще описаны, помимо Misconfiguration? Здесь разглашение чувствительных данных, здесь отсутствие разных всяких там рейт-лимитов, прочих ограничений, неправильная настройка логов и неправильная настройка обработки ошибок. Да, конечно, можно сказать, что это все не только связано с конфигурацией, но в принципе, потому как устроены веб-приложения, особенно в Java-мире, по большому счету это все те самые области ответственности, которые лежат не на вас, а лежат на каком-то там middleware, тех тулах, которые вы используете, там веб-серверы, не знаю, фреймворка для логирования и так далее. И все, что от вас требуется, только правильно настроить, поэтому поговорим про все это скопом. Итак, значит, мы написали наш код, вспомнили про все эти уязвимости, которые мы говорили до этого. Наш код вообще не содержит никаких багов, он замечательный. Мы запускаем наше приложение, и тут нам надо еще вспомнить кучу всего, чтобы убедиться, что система безопасная. Да, иначе у нас будет исключительно безопасный код в совершенно небезопасном окружении работать, и все наши усилия будут напрасны. Так, вот так. Вообще про настройку окружения, про всякие там system security, это отдельная большая область здесь, и не то, что лекции здесь и семестра не хватит об этом и во всем говорить. Хорошая новость заключается в том, что это не ваша область ответственности, и не вы должны про это помнить. Тем не менее, какие-то базовые понятия о том, как, в каком окружении выполняется веб-приложение и как это окружение может влиять на его безопасность, вам нужны. Поэтому начнем. Ну, предположим, вы пишете какую-то систему на Java, да, у нас курс про Java. Ну, у нас, она же не в вакууме, да, эта система работает. У нас есть что? У нас есть там, собственно, Java, какой-то веб-сервер, я не знаю, там CAD, база данных, это все вместе как-то между собой связано еще сетью, и только там вот как вишенка на торте наше приложение. Откуда нам взять все вот эти самые тайные знания о том, как нам нужно правильно настроить операционную систему, Java, сеть, там, CAD, базу данных, для того, чтобы наша система была безопасна. Пять баллов. Да, везде есть, вообще во всех мануалах всегда 100% есть какая-нибудь секция, типа там Security Best Practices, или там Hardening, еще такое модное слово, типа усиление. Короче, надо знать особенности используемых инструментов и применять их правильно. Это пункт один. Логи. Ну, вообще логи, понятно, зачем нужны в приложении. И много, наверное, может быть сказано про разные нюансы использования логов. С точки зрения безопасности на логи можно смотреть с двух точек зрения. Во-первых, логи нужны для того, чтобы нам иметь журнал важных событий. Помните, мы там говорили, что нам нужно вести там аудит всяких там аутентификаций, смен паролей и прочих критических операций. Нам нужно понимать вообще, что в целом происходит там с приложением, какие конфигурации менялись, кто это делал, с одной стороны. С другой стороны, логи — это потенциальный источник утечки секретных данных,
То есть приложение, если оно логирует все, то оно может случайно залогировать что-то, что не должно быть залогировано. Ну, типичный пример, например, у вас ваше приложение логирует вообще все реквесты, которые к нему приходят. Ну, потому что это же удобно, у вас есть весь лог реквестов. Если что-то пошло не так, всегда можно увидеть, посмотреть, что происходит. И вместе с этими реквестами логируют, например, айдишники сессии, потому что они просто как заголовки в реквестах передаются. И это значит, что любой, кто имеет доступ к логам, имеет доступ к аккаунтам всех пользователей, потому что он может эти айдишники сессии использовать для того, чтобы залогиниться под любым юзером. Какой из этого надо сделать вывод? Ну да, только это очень сложно реализуемо на практике, потому что никогда не знаешь, где будет конфиденциальная информация. Но тем не менее, да, нужно периодически ревьювить логи и убеждаться, что там не встречаются там, пароли, сессии, номера карточек, что-то в этом роде. К тому же, даже если вам плевать на потенциальную безопасность пользователей, а такой может быть, логирование некоторых данных нарушает еще всякие разные нормативные акты. Если ваша система, например, должна быть лицензирована по разным причинам, либо потому что вы работаете в какой-то такой географической области, где на вас распространяются законы, которые обязывают вас соблюдать определенные правила, либо если вы работаете с банковскими карточками, и вам нужно проходить эту самую аттестацию от платежных систем и так далее, то наличие в логах каких-то данных пользователей, например, из айдишников сессии, делает логи хранилищем этих самых данных. Ну ладно, мы продолжим. Так, я говорила о том, что если мы посмотрим на вот эту вот простыню с историческими данными, то мы увидим, что где-то там несколько лет назад появились здесь такие риски, как недостаточная защита от атак, какие-нибудь там недостаточные лимитирования, отсутствие там лимита на занимаемые ресурсы и все такое.
О чем это вообще речь? Помните, у меня зато кликер перестал работать. Все, не слава богу. Давай ты просто перелистнешь, и все. Где-то там в самом начале лекции я рассказывала про credential stuffing. Когда атакующие берут большую базу с паролями и пытаются в автоматическом режиме методом подстановки этих самых паролей к запросу, который логинит пользователя, определить, какие из этих паролей валидные, а какие нет. Это один из примеров автоматизированных атак. Автоматизированные атаки — это вот веяние нового времени. Credential stuffing — не единственный пример. Также вы, наверное, слышали такое слово «скрэппинг». Есть злые люди, которые ходят по интернету, вызывают все странички подряд, собирают с них информацию для того, чтобы ее потом как-то автоматизированно использовать. В общем, любые роботы, которые ходят на наш сайт или в наш API и делают к нам слишком много запросов, могут потенциально вызвать проблемы с работой приложения. Ну, то есть они расходуют ресурсы, которые нужны приложению для работы, там сеть, какие-нибудь вычислительные мощности. И может так оказаться, что они так интенсивно делают запросы, что нормальным пользователям ресурсов уже не остается. Это не всегда происходит. То есть это не всегда DDoS, это не всегда именно намеренная попытка атаки. Но, тем не менее, это некоторые действия, которые приводят потенциально к недоступности системы. Соответственно, это проблема уязвимости системы, проблема с безопасностью, с которой нам надо что-то делать. Даже если эти роботы, они по природе по своей хорошие, какие-нибудь там поисковые системы, если они генерятся только нагрузки на наш сервис, что сервис не выдерживает, то как бы, это наша проблема. Как думаете, как мы можем с ними бороться? Правильно написано же. Да. Ой-ой-ой. Да, значит, собственно, как написано на слайде, как назывался риск на предыдущем слайде, недостаточные лимиты, нам нужны лимиты на все потенциально затратные действия, неважно, в каком смысле они затратные. То есть если у нас, например, есть какой-то запрос, который шлет смс-ку пользователю, то смс-ка стоит для нас денег. Но, соответственно, если таких запросов слишком много, то мы тратим слишком много денег впустую. Поэтому нам такой запрос нужен лимит. Если у нас есть какой-то запрос, который тратит много вычислительных ресурсов на того, чтобы быть выполненным, я не знаю, там подсчет какого-нибудь там, типа, пересчитайте мне, пожалуйста, топ проигрываний музыки за последние 10 лет. Ну, то, соответственно, тоже мы можем занять слишком много вычислительных ресурсов в нашем сервисе, если будем злоупотреблять такими вызовами. Сюда же относятся все разные способы, ну, если мы говорим именно там про соцсети, про любые другие социальные сервисы, да, где есть взаимодействие между пользователями, то у нас тут еще возникают проблемы всяких разных навязчивых персонажей, спама и так далее, и это все тоже должно быть лимитировано. Соответственно, собственно, домен и бизнес-логика нашей системы, она определяет ту функциональность, которую мы хотели бы ограничить от злоупотребления разного и живыми людьми, и роботами. И единственный способ каким-то образом ограничить — это ввести то, что называется рейт-лимиты. Рейт-лимиты, ну, это как бы понятно, что такое. Мы ограничиваем количество выполняемых действий в заданный промежуток времени. Ну, то есть мы говорим, что типа вот это действие ты можешь выполнять только 5 раз в 10 минут. Звучит вроде просто, да? Но есть нюанс, как всегда. Как вы думаете, какой? Чего? Нет, не мне. Ну, может быть, как выбрать число, сколько запросов? Считаем нормально, но сколько можно? Ну да, это как бы проблема тоже, но можно экспериментальным путем, да, попробовать. Но еще есть еще одна проблема. Но проблема заключается, на самом деле, в том, кого мы лимитируем. То есть
Можно устанавливать лимиты в, как сказать, на систему в целом, да, то есть там в системе там, каждые 5 минут может быть не больше, чем 20 каких-то запросов. Но в таком случае, если мы говорим про автоматизированную атаку, то есть если к нам уже пришли роботы делать какие-то запросы, тогда они будут выбирать лимит, а нормальным пользователям ничего не останется. И мы тогда хотим, ну, то есть у нас здесь такая частная проблема аутентификации, нам нужно определить отправителя запроса. Для того, чтобы эти лимиты считать для каждого отправителя в отдельности. Ну, соответственно, роботы будут лимиты выбирать и останавливаться, а живые пользователи продолжат пользоваться сервисом. И не всегда нам понятно, как нам этих самых отправителей запроса идентифицировать. То есть, если мы говорим про те запросы, которые выполняет уже залогиненный пользователь, аутентифицированный, тогда у нас есть ну, естественный идентификатор, это какой-нибудь там ID пользователя. И мы можем считать эти самые счетчики по каждому пользователю в отдельности. А если речь идет про тот же самый credential stuffing, то есть у нас там пользователь еще не залогинился, да, у нас запросы анонимные. И каким образом мы можем эти лимиты почитать? Как думаете, какие есть варианты? По IP-адресу, да. Вот классическая, стандартная, ну как бы все так делают в большинстве случаев. Это ввести лимит на IP-адрес. Но тут тоже есть свои проблемы. Значит, с IP-адресами проблемы следующие. Ну, во-первых, скоро нас все ждет IPv6, и тогда IP-адресов будет столько, что никакие лимиты не спасут. Ну, то есть, как бы. Ну, даже пока он к нам еще не пришел, могут быть разные, ну, то есть, полярные ситуации. С одной стороны, есть IP-адреса, за которыми сидит большое количество нормальных живых пользователей. Это могут быть какие-нибудь там корпоративные сети за НАТОм, там, не знаю, страны, в которых почему-то так странно настроены сети, что там у одного мобильного оператора там небольшое количество IP-адресов, и за каждым IP-адресом скрывается большое количество пользователей. С одной стороны. С другой стороны, атакующие могут обладать большим количеством IP-шек. Это большое количество IP-шек может взяться, вернее, берется, как правило, от разного рода зараженных устройств. Не знаю, следите вы за миром информационной безопасности или нет, но иногда там где-нибудь новости пишут, что там обезврежен очередной ботнет, или там какой-нибудь там ботнет заражает камеры видеонаблюдения, там заразил 50 тысяч камер, что-нибудь такое. Самый крупный ботнет Mirai, года два назад, наверное, был, как это, процветал. Как это работает, да, то есть у нас есть какие-то небезопасно сконфигуренные, ну, раньше это были просто компьютеры пользователей, сейчас, поскольку у нас там в каждом умном устройстве, я не знаю, там в камере наблюдения, в каком-нибудь там датчике открывания ворот, у меня вот на датчик котел отопительный, в нем сим-карта, чтобы я могла сюда смс-ку отправить, чтобы он включился, когда я туда еду. Соответственно, у него тоже есть интернет, его можно заразить, и он будет вот использован в качестве прокси атакующими. В общем, все устройства, которые у нас сейчас могут ходить в интернет, они, как правило, очень плохо защищены и могут быть в силу разных собственных уязвимостей захвачены злыми людьми, которые потом их просто используют в качестве прокси для автоматизированных атак на сервисы. Ну, они перепродают трафик. И мы получаем трафик с большого количества IP-адресов. На каждый из этих IP-адресов приходится небольшое количество запросов. Поэтому наши рейт-лимиты начинают очень плохо действовать. То есть, если мы вводим рейт-лимит на IP-адрес и говорим, что мы можем делать с IP-адресом не больше, чем 3 запроса в 5 минут, но при этом IP-адресов 100 тысяч, то получается, что в сумме атакующие получают довольно большую скорость перебора этих самых паролей или что они там делают. Поэтому тем, кто защищает онлайн-сервисы, приходится придумать что-то еще. Что-то еще каждый раз придумывается заново, единого какого-то такого универсального решения, панацеи не существует. Не существует, потому что, естественно, атакующие заинтересованы в том, чтобы все эти механизмы обходить каким-то образом. И это такая гонка вооружений. Чем больше придумывают защищающие, тем лучше нападают атакующие. Но в какую сторону вообще можно копать? Можно
пытаться каким-то образом идентифицировать устройство, которое отправляет запросы, в надежде на то, что реальное устройство, ну, то есть там, не знаю, какой-нибудь там скрипт-сервер, который эти запросы генерит, их значительно меньше, чем тех самых IP-адресов, с которых запросы к нам поступают. Как можно это делать? Есть такая штука, вернее, не штука, а такой подход называется фингерпринтинг, от английского фингерпринт, отпечаток пальцев. Подход основывается на том, что разные технологии, которые использованы для того, чтобы отправить к нам запрос в итоге, они все отправляют запросы немножко по-разному. Операционная система немножко по-разному формирует TCP-пакет, например, при отправке запроса. Если пользователь ходит из браузера, то каждый браузер немножко по-разному, знаете. Ну, то есть мы, например, можем JavaScript-ом опрашивать какие-то параметры браузера и таким образом различать разные браузеры у разных пользователей. И если мы видим, что большое количество пользователей пришло из одного и того же браузера, то мы можем заподозрить, что это какие-то роботы. Как это работает, ну вот если мы говорим про браузеры? Это значит, что наше приложение в браузере запускает какой-то JavaScript, пытается из браузера достать вообще всю инфу, которую браузер про себя JavaScript рассказывает. На самом деле этой инфы довольно много. Это установленные шрифты, установленные плагины. Это, собственно, версия браузера полностью, да, то есть там major, minor, version, вся такая юзер-агента, операционная система, разрешение экрана, поддерживаемые форматы, может быть, там еще языки какие-нибудь, поддерживаемые алгоритмы шифрования, поддерживаемые алгоритмы сжатия, короче, там дофига. И есть даже исследование, которое говорит, что вот так, параметров так много, и там такое многообразие, что там не хватает буквально там одного бита энтропии для того, чтобы использовать эти данные вместо пароля. То есть можно с хорошей степенью достоверности идентифицировать пользователя просто по фингерпринту браузера, по отпечатку. Это если мы говорим про отпечаток браузера. Но для того, чтобы нам эту информацию собрать, нам нужно написать JavaScript. То есть получается, что если мы хотим защищаться от credential stuffing, вы следите, да, за мыслью, у нас есть credential stuffing, это атака, в которой атакующий в автоматическом режиме подставляет свои пароли в нашу логин-форму, чтобы проверить, существуют у нас такие пользователи или нет. И мы говорим, что мы хотим какие-то рейд-лимиты ему назначать, но рейд-лимит на IP-адрес нам недостаточно хороший, давайте мы будем фингерпринтить браузер. Чтобы фингерпринтить браузер, надо JavaScript свой написать и как-то в браузер его отдать, и потом обратно значение получить. Ну, то есть нам нужно дописать свой код в логин-форму. Можно фингерпринтить сетевое соединение. То есть TCP-пакеты, которые мы получаем, они все скомпонованы немножко по-разному, в зависимости там, от операционной системы или еще от всяких разных программных или аппаратных средств, которые участвовали в передаче данных. И тоже могут каким-то образом помочь в идентификации, например, версии и типа операционной системы на той стороне или типа сетевого оборудования. И тоже нам поможет как-то разделить нормальных пользователей и атакующих. В общем, если подводить резюме, то автоматизированные атаки — это реальность. Они существуют, они действительно доставляют довольно много хлопот онлайн-сервисам, ну, особенно тем, которые оперируют какими-то данными, которые интересны атакующим. Железобетонного пуленепробиваемого способа остановить автоматизированную атаку нет, но только выключить сервис. Поэтому единственный способ борьбы с автоматизированными атаками — это пытаться различать живых пользователей неживых и неживым чего-то там делать не давать. Реализовано это, как правило, путем назначения ограничения на количество выполняемых операций одного типа. Но понятно, что количество, конкретное количество этих самых операций разрешенных, оно определяется тем, что вся система представляет типом этой операции. Но даже если мы говорим про соцсеть, то, наверное, количество отправляемых смс-ок в минуту, оно будет сильно меньше, чем разрешенное, чем количество просматриваемых фотографий. То есть там 1000 фоток в минуту можно разрешить юзеру смотреть, а 1000 смс-ок в минуту отправлять, наверное, уже слишком. Зачем ему столько?
Но при этом, когда мы вводим такие лимиты, то у нас возникает, в некоторых случаях возникает проблема идентификации отправителя, ну, для того, чтобы понимать, для кого мы эти лимиты считаем. И эта проблема тоже не имеет однозначно хорошего решения. И в качестве, ну, то есть в качестве очевидного, но простого и не всегда работающего средства это какие-нибудь там IP-адреса. В качестве более сложного это разного рода всякие там фингерпринты, отпечатки. Реализация зависит от фантазии автора. Ну и последний наш пункт про конфигурацию. Еще раз сюда вернемся. Видите, у нас тут вот есть не везде поместившиеся компоненты с известными уязвимостями. Да? Где-то там еще были до этого. Как вы думаете, откуда это берется? Ну, типа. Откуда берутся известные уязвимости в приложениях? Что? В каком-то продукте нашли уязвимость, выпустили обновление, которое ее закрыло. Она попала в базу данных уязвимостей, но у нас этот модуль не обновлен. И таким образом, если знать о версии, например, ну или не знать, а попробовать, то мы можем ее проэксплуатировать. Да, это правильно. Отсюда вытекает необходимость обновляться до последних версий с выходом, ну, с выходом security патчей, да? Поскольку мы говорим про безопасность. Но значит ли это, например, что если атакующий не знает, какая у нас версия используется, ну, откуда он узнает, например, мы там используем Apache Commons, это вообще, да, библиотека, которая в момент компиляции она нам нужна. То есть у нас, как бы, когда скомпилировано приложение, уже никто не знает, там, какую версию Apache Commons мы использовали. А года два назад в Apache Commons, например, была критичная уязвимость, которая позволяла произвольный код на сервере выполнить. Ну, можем мы не обновляться, раз никто не знает, какая версия? Нет. Правильно. Потому что могут попробовать. Ну, в общем, то есть, кажется бы логичным. У нас есть много разных зависимостей. Периодически в этих зависимостях обнаруживают и исправляют проблемы с безопасностью. И нам нужно переходить на те версии наших зависимостей, которые содержат эти самые исправления. В общем, звучит просто. На первый взгляд в реализации тоже просто, но как всегда, есть проблемы. Проблема есть, ну, если исключить из рассмотрения проблемы, связанные просто непосредственно с переходом от одной версии к другой. Ну, всегда, не знаю, там даже операционку когда-нибудь там обновляли, не всегда все гладко. Но даже если исключить из рассмотрения вот эти проблемы, есть еще проблема с управлением всей этой фигней. То есть, если у нас большая система, вы все представляете, какое количество зависимостей там может быть? То есть там все те 2000 разных библиотек, которые вы использовали при написании своего кода. Еще столько же библиотек, которые где-то там в операционной системе установлены для того, чтобы ваше приложение могло работать. Еще всякие там разные вот эти middleware, там сервер приложений, там что угодно, которыми вы пользуетесь. Еще в самой операционке постоянно что-то исправляют. И как за этим уследить? Вопрос, на который я сама же отвечу. В общем, наверное, никак, глазами. Нереально. Ну, то есть можно сидеть, читать ленты новостей каждый день и смотреть, что там в очередной раз какие исправления вышли, но это как-то не системный подход. Поэтому, как правило, применяют всякие разные, ну, по крайней мере, с точки зрения, не знаю, как живут админы, которые занимаются там system security, system administration, у них есть какие-то тоже автоматизированные системы, которым говорят, что нужно вот это нужно исправлять, вот это не нужно. Не очень знаю, как они их используют. А в смысле программных зависимостей, да, того, что тех библиотек, которые вы используете для написания своего приложения, существуют dependency checkers, которым вы скармливаете свой build-файл с описанием уязвимостей. Ой, с описанием зависимостей. Ну, не знаю, что там. Там Gradle, Maven, что-то вы используете. И они вам говорят, что у вас есть устаревшие зависимости в ваших настройках,
которые содержат известные какие-то уязвимости, уже исправленные, вам нужно обновиться. А то есть, если вы этот инструмент используете в момент компиляции, да, при каждом билде, тогда вы получаете просто автоматический алертинг о том, что вам нужно прямо сегодня обновить какую-то библиотеку. Очень удобно. И с этим связан еще один нюанс, еще один момент, о котором я бы хотела рассказать. Ну, то есть звучит все хорошо, у нас есть автоматический инструмент, который нам присылает оповещение о том, что нам нужно что-то обновить, вроде все просто. Но, как я уже сказала, сами обновления, процесс обновления, он может вызвать некоторые сложности. Ну, во-первых, это время, во-вторых, не всегда там все гладко, не всегда они совместимы со старыми версиями. Поэтому иногда у нас есть такое, как это называется, искушение все-таки не обновляться. И вот как нам, как вы думаете, принять решение о том, надо нам обновиться или нет? Ну вот есть какая-то там библиотека, в ней что-то там исправили. Кто вообще сказал, что нам нужно вдруг внезапно обновить версию, может быть, так хорошо? Да, с большой зарплатой, желательно. Ну да, но эксперты по безопасности хотелось бы какое-то... Понять, насколько критичны для нас изменения в этой версии. И нужно ли нам прямо сейчас на нее обновиться, вдруг там баги какие-нибудь критичные есть. А так мы можем подождать, например, какое-то время, пока это кто-то другой протестирует, но другие пользователи этого могут. Да, все так. Ну, то есть нам нужно... Здесь просто непонятно. Это все правильно вы говорите. То есть я говорю о том, что у нас есть какая-то потенциальная уязвимость, которая вообще непонятно у нас воспроизводится или нет. И при этом, даже если воспроизводится, непонятно, насколько она серьезная. С одной стороны, да, и с другой стороны есть эти самые баги потенциальные, которые могут появиться, или там потраченное рабочее время на обновление, и непонятно, как это сравнивать. То есть мы сейчас пытаемся сравнить яблоки и апельсины, и как нам вот решение принять. Вот для принятия таких решений существуют разные системы оценки рисков. Но идея здесь проста. Нам нужно все вот эти вот разнородные из разных областей жизни и совершенно, как сказать, разные для нас ценности, понятия, свести к какому-то, ну, уметь сравнивать по какой-то единой шкале. То есть нам нужен какой-то интегральный показатель, по которому мы будем оценивать, ну, поскольку мы говорим про проблемы с безопасностью, да, те или иные уязвимости. То есть, возможно, вы даже слышали, это очень такое популярное, если уж вы точно смотрели во всякие разные библиотеки уязвимости, в какие-нибудь там списки с CVE, там рядышком все время CVSS score. Это некоторая такая де-факто стандарт оценки рисков. Идея простая. То есть неважно даже, ну, конкретно этот, как сказать, метод, это вполне конкретные рекомендации по тому, как надо оценивать. Но, в принципе, не обязательно следовать именно этим рекомендациям, но идеи там правильные, ну и, в общем, наверное, единственно возможные. Нам нужно взять несколько аспектов, связанных с эксплуатацией уязвимости, попытаться их как-то оценить и дальше с определенными весами сложить, чтобы получить единое число, потому что числа-то мы умеем сравнивать. Да, яблоко с апельсинами нет, а числа умеем. Поэтому уязвимости оценивают по следующим показателям. Оценивают по возможному ущербу, то есть то, насколько... В худшем случае, даже если самое страшное случится и нас атакуют с использованием этой уязвимости, что случится, да, насколько мы пострадаем? Это оценивают по десятибалльной шкале. Причем оценивают по... Помните, я когда-то говорила, что система... Что такое информационная безопасность? Да, система безопасна, если у нее соблюдаются там четыре свойства. Там, конфиденциальность, доступность, non-repudiation и... господи. Ну, давайте, подскажите мне. Ну, короче, да, вот эти четыре свойства, которые я четвертое не могу вспомнить. Для каждого из них оценивается, возможно, ущерб по десятибалльной шкале, оценивается то, насколько трудоемка атака для атакующего.
Ну, то есть у нас могут быть разные уязвимости. Возможно, атакующему для того, чтобы использовать нашу уязвимость, достаточно просто там компьютер с доступом в интернет. Но помните, как я рассказывала там, вот, про удаление коммента на YouTube? То есть вообще ничего не надо, надо просто сидеть и перебирать идишки комментов подряд. Возможно, это какая-то уязвимость, которая может быть только из внутренней сети эксплуатирована. То есть сложность атаки возрастает, но вместе с ней уменьшается вероятность того, что эта атака когда-то случится. Оценивается это и оценивается компетентность атакующего, которая требуется для того, чтобы уязвимость обнаружить. Ну, то есть могут быть какие-то никому неизвестные уязвимости, которые найдут только исследователи, которые как-то тестируют именно ваш продукт. Могут быть там, не знаю, лежащие на поверхности проблемы, о которых уже везде написано. Ну, то есть то, что называется detectability, ну, как бы легкость обнаружения конкретно этой проблемы. Это все оценивается по 10-бальной шкале, складывается просто тупо друг с другом, и получаем некоторую оценку. Получившуюся оценку, этот самый скор, уже можно сравнивать. То есть как только мы получили такую оценку для каждой уязвимости, мы можем, во-первых, сравнивать их между собой, говорить, что одна уязвимость более серьезная, чем другая уязвимость, и можем ввести для себя какой-то там порог, с которого мы точно обновляемся. Ну, например, если у нас в нашей библиотеке пофиксили какую-нибудь там уязвимость со скором 3.5, то это какая-то ерунда незначительная, и мы можем подождать еще ближайший месяц и ничего не делать. А если у нас уязвимость со скором, не знаю, там 8.0, то это тогда уже ужасно, и нам нужно обновляться прямо сейчас. Вот как-то так работают, собственно, системы управления уязвимостями в больших системах. Если у вас есть много зависимостей из разных областей с постоянно выходящими обновлениями, в том числе security-патчами, то вручную это все не отследить. И силой мысли, даже там, наняв ни одного, а 10 security-специалистов, это все не покрыть. Поэтому вот нам нужна какая-то там унифицированная система, которая позволяет нам не думать, а просто принимать решения по заранее заданным правилам. На этом, наверное, у меня все про серверные уязвимости. Есть вопросы? Нет. У нас с вами осталось, на самом деле, два занятия и куча необсужденных вопросов. Значит, на следующем занятии мы с вами будем обсуждать мобильные уязвимости, в основном Android, и криптографию. А через занятие, которое будет в начале декабря, у нас с вами будет такая же вот контрошка, как была. И маленький кусочек я расскажу про всякие разные тулы, которые помогают security-специалистам жить там для тестирования, там, для сканирования уязвимости, вот это все. Вот это будет уже, наверное, какой-нибудь там, не помню, 10 декабря, что ли. Ну, не очень помню по датам, но примерно так. И это будет последнее занятие, потому что потом я уезжаю. Вот те, кто был на двух контрольных, получат свой зачет, или там, ну, пятерочку, короче говоря, и спокойно сдавать сессию. А те, кто не был, я не знаю, что я буду с вами делать.